Иван играет с нами всегда. Когда мама уходит на работу, воспитатель нас воспитывает. Я хотел, чтобы меня воспитатель научил на компьютере работать. Воспитатель должен быть терпеливым. Это такой человек, который учит детей в садике. И он с ними лепит и делает аппликации. Воспитатель – это тот, кто любит свою работу. И он любит водить детей гулять, еще ложить их спать. И он их учит хорошим манерам. И чтобы они были как джентльмены и как красавицы. Воспитатель должен уважать родителей детей, должен быть хороший и добрый. Воспитатель должен быть нам как вторая мама.